Господи, что это произошло? Черт, какая-то рука вылезла прям. Бренди, чернильная машина. Попусти меня быстро. Это реально чей-то вынутый глаз. А это еще что? Всем привет, ребята, с вами снова я, Королева Мистики. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе, ребята. А перед началом три самых ваших топовых комментария. Погнали. Раз, два, три. Итак, друзья, сегодня мы будем с вами смотреть фильм «Бенди». В 3 часа ночи «Бенди и чернильная машина». Проклятые серии, после которых в 3 часа ночи, в дьявольский час, начинают происходить какие-то ужасы. Ссылку на эти видео я оставлю в описании, если вы осмелитесь вдруг тоже их посмотреть. Ну а мы с вами отправляемся прямо сейчас к просмотру страшной запретной серии «Бенди и чернильная машина». Друзья, сегодняшний просмотр фильма я буду делать при свечах. Смотрите, это как обряд. То есть мы зажигаем свечи и переступаем к просмотру этой проклятой серии про Бенди. Но фишка в том, что его нельзя смотреть по телевизору, потому что как бы эффект будет неправильный, не такой. Возможно, даже ничего не произойдет. Именно через телефон мы сегодня посмотрим эту серию. Черт, я думала, у меня телефон заглючил. Итак, друзья, здесь у меня уже запускается. Вместе с вами будем смотреть. Это старинная анимация. Старинная анимация про Бенди. Это американские, новые американские, как комиксы, что ли. Если вы не знаете, это как раз был Бенди. Смотрите, здорово, как он идет. Весь... Господи, что это произошло? Черт, какая-то рука вылезла прям. О, мамочки! Реально вылез скелет из-под земли сразу же. В начале этой проклятой серии вылез скелет Бенди и схватил за ногу его. Так, слушайте, я не знаю, как зовут его друга, но эта собака очень мне напоминает Гуфи. Но это какой-то другой, ребята. Это какая-то запретная серия. Что-то Бенди ничего не говорит. Он просто что-то своровал. Какую-то бутылку. Он ударил его, посмотрите, ребята, это просто жесть. Он реально ударил его пробкой от бутылки. Я, если честно говоря, думала, что Бенди всегда добрый, но на самом деле Бенди просто ужасный. Посмотрите, он спрятался где-то за могилами. Черт, вместе со скелетом. Жесть, эта серия, ребята, просто жесть. Скелет его напугал, вы это видели, ребята? Черт, это какой-то кошмар. Офигеть просто. Я, смотрите, надвигается какая-то тень. О, черт. Все, моргает. Так, это что, был конец? Да, ребята, это был конец. Слушайте, эта серия была основана на какой-то жестокости. То есть, понимаете, что, во-первых, он вместе со скелетом был против этой маленькой собачки. Ладно, давайте тут продолжение, еще одну серию посмотрим. Итак, эти Бенди, чернильная машина, идет, видимо, в Хэллоуин, потому что в его руках, ну, такая вот сумочка дыня, в которую должны класть конфеты, когда говорите «trip and trip» на Хэллоуин, чтобы собрать конфеты, но ему никто не открывает, посмотрите, он злится. А, он опять пришел к своему другу, этому псу. Он нарядился в привидение, черт, ребят. Смотри, реально, они друг друга просто очень сильно испугали. Ребята, это очень жуть, какие страшные серии. Ты слышал это? Мне сказали, что достаточно посмотреть одной серии из этого списка. Причем, ребята, любую. И от того, какую ты серию посмотришь, зависит то, что будет происходить. Я выбрала эти две серии неспроста, потому что там реально было со скелетом что-то. Кто здесь? Блин, ребята, вы слышите эту музыку? Это музыка как из Бенди. Но она не из телефона, она... Из коридора как-то звучит. Слушай, может быть, это Бенди к нам пришел? Офигеть, будет жесть, Бенди и чернильная машина в реальной жизни у нас дома. Бенди? Мамочки, Дим, смотри. Здесь Гроубокс. Посылка из Даркнета. Как она оказалась у меня дома? Слушай, может быть, пока мы смотрели кино, кто-то незаметно пробрался в наш дом. Но дверь закрыта, как?
Я не знаю, ребят, я уже ничему не удивляюсь. Возможно, у создателей сайта Darknet у них есть доступ в мой дом после того, как я слишком много всего заказываю. Это реально Grobsbox, ребята, вы его помните? Это просто жесть. Ладно, возьмем его. Видимо, после просмотра серии они присылают посылку. Пойдемте. О, черт. Ребята, как вы думаете, что находится в этой посылке? Давайте соберем 10 тысяч лайков на этом видео, и прямо сейчас я открою эту посылку. Господи, какой страшный бан. Просто реально маленький гробик. Мне не терпится узнать, кто же там может быть. Ладно, раз, два, три. Бенди. Это Бенди. Это живая игрушка Бенди и чернильная машина. Ребята, мне просто не верится. Это реально Бенди и чернильная машина. После просмотра фильма мне прислали живую игрушку, ребята. И мне не терпится скорее провести обряд. Мы прямо сейчас оживим эту живую игрушку, черт. Это будет прикольно и интересно. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух покинь покой. Бенди, чернильная машина, приди в этот мир. Бенди и чернильная машина, приди в этот мир. Бенди и чернильная машина, приди в этот мир. Черт, 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 черт! А, черт, Дима! Держи, держи. А, черт! Че он натворил? Ты посмотри, что происходит. Он просто перетушил все свечи и исчез. О, господи, ребята. Но мы будем знать, что Бенди реально ожил. Нам нужно его словить и разрезать, достать все то мистическое, что внутри него. Блин, нужно это делать как можно быстрее. Бенди, блин, как его поймать? Ребята, у меня есть идея. Ребята, смотрите, это настоящие старинные чернила. Раньше писали так, брали перо, какое-нибудь гусиное или любое, да, макали его вот в такую чернильницу. И ребята писали или что-то делали. Именно Бенди и чернильная машина, он и создан, можно сказать, из этого чернила. У меня также есть перо. Сейчас мы это используем как приманку, ребята. Посмотрите, это реально чернила. Вот так вот макали, короче говоря. И вот то, что на кончике, они этим писали. Сейчас я это все поставлю. Я надеюсь, что Бенди придет и что-нибудь нам напишет. И в этот момент мы его поймаем. Пойдемте. Я поставлю чернильницу здесь и принесу сейчас листок, Дим. Ладно. Попробуем именно так. Я начну что-то писать, а он продолжит. Бенди и чернильная машина. У меня твои чернила. Давай с тобой поиграем и что-нибудь напишем. Например, я первая пишу букву «С». А ты приходи и допиши это слово. А мы пока спрячемся. Черт. Я надеюсь, что он придет, как только мы услышим или музыку, или что-то, какие-то шепоты, ребят. Мы поймем, что Бенди здесь, и быстро отправимся для того, чтобы поймать его. Thank you.
Погнали, ребята. Раз, два, три. Держу его. Черт. Попался. Бенди, что ты тут написал? Смерть? Да не дождешься. Ты первый умрешь прямо сейчас и отправишься обратно в свой иной мир. Черт. Так. Где моя доска? Бенди и чернильная машина, отправляйся обратно в потусторонний мир. Бенди и чернильная машина, отправляйся обратно в потусторонний мир. Бенди и чернильная машина, отправляйся обратно в потусторонний мир. Ну что, Бенди, сейчас настанет твой последний час. Я разрежу тебя и достану все то, что делает тебя живым. Нет, пожалуйста, не режь меня. Посмотри лучше еще одну прикольную серию про меня и чернильную машину. У меня много интересных мультиков. Я покажу тебе, что значит Бенди чернильная машина. Попусти меня быстро, быстро. Нет уже, теперь тебе не убежать никуда. И прямо сейчас я разрежу и достану все то, что делает тебя таким сильным и живым, Бенди. До этого я тебя просил по-хорошему. Теперь я буду тебя просить по-плохому. А ну быстро развяжи меня. Быстро отпусти меня, я сказал. Нет, все, Бенди. Теперь тебе крышка. Черт. Раз, два, три. Есть. Все, ребята, сейчас мы приведем этому конец. Нужно найти сердце куклы Вуду. Сердце Вуду Бенди. Вот оно. Ребята, все. Я нашла сердце Бенди. Посмотрим, что же у него внутри. Что это? Ребята, это похоже на глаз. Что офигеть, ребята. Это реально чей-то вынутый глаз. Внутри Бенди, вы посмотрите. Господи, это, наверное, глаз того человека, которого он убил. А это еще что? Это похоже на перо. Видимо, это то перо, которым пишет Бенди. Ну что-то оно какое-то совсем маленькое. Здесь еще что-то есть. Что это? А, черт! Черт, это палец, ребята, только посмотрите. Это похоже на реально человеческий палец. А, он еще и с косточкой. Но нет, ребята, это не настоящий палец. Слава богу, это игрушечный, такой же игрушечный, как и Бенди. Но реально, ребята, посмотрите, как он похож на настоящий палец. Бенди, неужели это все? Да, ребята, походу Бенди тоже кровожадный маньяк, раз внутри него заложен глаз, человеческий палец и перо. Возможно, он съел какого-то монстра, которого руки и глаза, как у человека, но он весь покрыт перьями. Я не знаю, ребята, ну а это был Бенди в 3 часа ночи с сайта Darknet. Никогда не смотрите проклятые серии, ссылку на которые я оставлю в описании. Не забывайте подписаться на мой канал. Всем до новых видео. Пока!